Страховой агент из Уральска стала мастером гончарного дела. Жительница областного центра по госпрограмме открыла свою мастерскую. Любимое дело приносит доход, а творческая студия стала популярным местом досуга уральцев. С мастером глиняных дел познакомилась Альбина Кумаргалиева. Керамические вазы, тарелки, горшки и многое другое. Каждое изделие индивидуально, потому что сделано вручную. Гончарную мастерскую Виктория Кочемасова открыла пару лет назад. Усмирять бесформенный, но пластичный материал бывший страховой агент научилась, будучи в декрете. Однажды нам подарили пакетики такие китайского пластилина, и она мне начала заказывать игрушки. Вот такую мне слепи, вот такую мне слепи. И они у меня начали получаться. Я стала их выкладывать, ну, похвалиться, что как обычно надо выложить. Написала хэштег, что каждый может стать творцом. Я поняла, что вот это мое, вот этим я хочу заниматься. Обучившись гончарному делу, Виктория подготовила бизнес-план. По госпрограмме выиграла грант 5 миллионов тенге. На эти средства купила необходимое оборудование. Гончарному делу мастер сейчас обучает детей и взрослых. На изготовление этого кувшина у нас ушло примерно 15 минут. Процесс очень интересный и сложный. Сейчас мы подсушим эту вазу и приступим к покраске. У меня был день рождения просто, и я решила себе подарок сделать своими руками такую вазочку. Очень круто, что можно каждый раз сделать абсолютно индивидуальное изделие, и при этом оно будет с душой, да, и на память. Виктория мечтает масштабировать свое дело. В планах открыть мастерские в отдаленных районах области. По словам специалистов, грант до 5 миллионов тенге может выиграть любой предприимчивый житель региона. В прошлом году профинансировано 46 бизнес-проектов на сумму более 200 миллионов тенге. Основные требования госпрограммы о предоставлении государственных грантов – это новизна бизнес-идеи и создание новых рабочих мест. В текущем году в рамках нацпроекта предоставления государственных грантов планируется провести в конце сентября либо в начале октября. Также требования для участников, тех, кто могут участвовать, это все предприниматели. Самое главное, срок регистрации как индивидуального предпринимателя у них не должно превышать 3 лет. С тех пор, как начал действовать нацпроект по поддержке и развитию бизнеса в регионе, 300 человек изъявили желание открыть свое дело. В этом году на реализацию интересных бизнес-идей предусмотрено 138 миллионов тенге. Альбина Кумаргалиева, Булат Джаралгасов, Эльдар Аюпов, Хабар, Уральск.